Слова, они порой почти как люди. Бывают то серьезные, то игривы. Уснувшие надежды в душах будят, угасшие стремления и порывы. И бьют порой, как колокол, набатом, от спячки наши пробуждая души. А есть пустые, рыхлые, как вата, и только даром натирают уши. Порою жестким и обидным словом стегнут наотмашь, очень больно ранив. Обида нарастает снежным комом. Подумай прежде, чем стрелять словами. Ведь двойственностью странной обладая, бальзамом могут быть, а могут перцем. Но лишь тогда к нам в душу западают, когда слова рождаются от сердца. Держите сердце.